Смотрите, Нюша, что мне классно? Посмотрите на нее, она самая замечательная у меня. Я сегодня такая счастливая. Я самая-самая счастливая жена на свете, потому что у меня самый лучший муж. Нет, я не слышу. Стас. Она пока не слышит. Мне хочется сказать, я обожаю ее. Стас, я не хочу жить без тебя. Я люблю его. Не хочу. Я хочу к тебе. Нет, я не могу. Я не могу. Я не могу. Я очень сильно Ты? Ой, мамочки. Кто здесь? Алло. Алло, Ксюша, это Таня. Приходи ко мне, пожалуйста, скорее, мне очень страшно. Ходил по квартире. И у него походка. Походка, как у Стаса. Но не могло же мне это показаться, тем более, что в доме ничего не пропало. У нас 3 замка. Значит, у него точно были ключи от дома. Я не знаю, у Стаса, у того, у кого походка, как у Стаса. Про походку я все поняла. А вот если ты кому-нибудь скажешь, что Стас приходил, то без сомнений тебя упекут в Кащенко. Это я тебе обещаю. Чаю хочешь? Подождите. Значит, ключи у Стаса украли. Это что ж получается? А не у того типа? Тогда получается, что гибель Стаса – это не несчастный случай, а убийство. Убийство? Видишь, какой Лёсик догадливый. А я хочу чаю. Поставь чайник. Угу. Он так уверенно ходил по квартире. Его походка. Таня, Стаса нет. Его нет уже 2 месяца. Стас умер, понимаешь?
А вот этот тип бывал здесь у вас в квартире. Мало у вас тут народ бывает, знаете, как его? Как вы их называете? На тусовках? Таня, очнись. Очнись. Это был не Стас. Не Стас. Я понимаю. А у Стаса случайно не было врагов по бизнесу или вообще по жизни? Я ничего не знаю. Он не посвящал меня в свои дела. Я завтра же пойду к следователю и все расскажу. Правильно. А если что, то я все подтвержу. И вообще вот что. Я сегодня останусь ночевать у Таты. Мы с тобой запремся на цепочку, на все три замка. А если что, то Лёсик рядом. М? Рядом. Вот. Нечего сидеть здесь и зубами стучать. Угу. Таня, надо начинать новую жизнь. Почему ты забросила свои картины? Надо работать. Работа лечит. И время лечит. Надо жить, понимаешь? Надо жить. Ксюша, я так устала. Давай спать. Давай. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Я не могу так больше. Не могу. Привет. Привет. Ну как ты? Никак. Слушай, у тебя выпить ничего не найдется? Ты же за рулем. А, ерунда. Давно я здесь не был. Да. Спасибо. Слушай, давно хотел тебя спросить. Ты что собираешься делать со страховкой брата? Какой страховкой? Как какой? Мы же со Стасом застраховались. Ты что, не знала? Нет. В один и тот же день, в одной и той же компании, незадолго до того, как все это произошло. Стас настоял. Между прочим, сумма 5000 долларов. Я просто только вчера об этом вспомнил. Вот. Как Стас застраховался? А почему? Почему накануне смерти? А мне-то что делать? Как что? Танюш, да ты что? Ты же его наследница. Тебе нужно представить в контору свидетельство о том, что с твоим мужем произошел несчастный случай. Справку о смерти и еще какие-то там, наверное, документы. И тебе все выплатят. Да, я постараюсь узнать. Ну, вообще-то я к тебе по другому вопросу пришел. Слушай, ты не займешь мне 400 долларов, а то очень нужно. Опять выселяют? Да нет. Катюшка идет в школу, нужно заплатить за первый класс. Что, 400 долларов за первый класс? Нет, за первый месяц 200. А нужно заплатить за 2 месяца вперед. Понимаешь, она же у меня идет в гимназию, не в обычную школу. Слушай, ну дам я тебе деньги, а что дальше-то? Через 2 месяца опять придешь просить у меня деньги? Ты же Стасу никогда не возвращал долги. Хотя он у тебя не просил. Сколько он тебе просто так, считай, подарил, а? 2-3 долларов? Тань, тут другая ситуация. Честное слово, все верну. Привет, Ларисе. Танюш, спасибо тебе. Огромное спасибо. Ты даже не представляешь, как ты меня выручила. Ты, если что, звони. Я на связи. Спасибо тебе. Ну, пока. Пока. Здравствуйте. Мой муж был застрахован у вас на 5000 долларов. Он погиб.
2 месяца назад. Несчастный случай. Да, есть. Номер... Номер 3756. Да, конечно, я понимаю, что лучше приехать. Сейчас, секундочку. Как? Как у вас вскрытие? А, да, я понимаю, да, я понимаю, результаты вскрытия и заключение судмедэксперта, конечно. Я записываю. Улица. Да. С 9 до 19. Да. Что, извините? Нет, дело еще не закрыли, нет. А какая разница? А какая разница? Он так ведь погиб. Вы что, не понимаете, что он умер? Как следователь, Татьяна Валерьевна, я понимаю ваше состояние. У вас такое горе. Может, вы транквилизаторы пьете? Может, вам это все привиделось? Ведь вас не тронули. Из квартиры ничего не забрали. Вы даже не знаете, кто-то был или нет. Вы что, считаете меня сумасшедшей? Я слышала шаги. 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 Шаги вам могли послышаться. А вот ключи. Ключи это да. Мы этим обязательно займемся. Господин Каримов, а что мне делать теперь? Может, пока вы его поймаете, он опять ко мне придет. Да? Привет, дорогой. Нет, обязательно буду. Нет, только не из свинины. Все, давай. Может, приедете к родителям, а? Нет, они работают в Алжире по контракту и сдают квартиру. А родители мужа? Татьяна Валерьевна, у меня к вам просьба. Будьте предельно внимательны. Не открывайте никому дверь, поменяйте замки. Ну, в конце концов, ну, купите собаку. Что? Что? Какую собаку? При чем здесь собака? Я, между прочим, до сих пор не знаю, при каких обстоятельствах погиб мой муж и что произошло в тот день. Почему загорелась машина? Ваш муж, Станислав Бурханов, погиб еще до того, как машина загорелась. Он погиб в результате удара в голову, который был следствием резкого торможения и заноса машины. Этот удар и был для него смертелен. Он что, никогда не пристегивался? Нет. Скажите, а вы... Скажите, вы точно уверены, что он умер до того, как машина загорелась? Точно известно, что он был без сознания. Он умер легко. Татьяна Валерьевна, выпейте. Выпейте, пожалуйста. И еще. Ключей от квартиры погибшего, от собственной квартиры погибшего, в машине действительно не обнаружено. Не говоря уже о документах. Пожарные подъехали, когда машина уже совсем догорела. Видите ли, Подмосковье, проселок. А почему он свернул шоссе? А вот об этом я вас хочу спросить. Он ведь собирался с вашей дачи домой к вам, Татьяна Валерьевна. А он потом никуда не собирался? Нет. Скажите, а может быть,
Этот ублюдок как-то украл ключи у Стаса, а потом залез ко мне домой? Если выяснится новое обстоятельство по этому делу, я вас вызову. Обстоятельства. Я тебе покажу обстоятельства. Сволочь толстопузая. Ничего, я сама во всем разберусь. Привет. Привет, Танюх. Ты а чего не предупредила? Можно к тебе? Ну, заходи. Татка, ты проходи, пока я сейчас снимок допечатаю. Угу. Я быстро. Ты извини, у меня работа срочная. Ну, чего следак говорит? Несчастный случай. Ну, или, по крайней мере, все выглядит как несчастный случай. Слушай, Юр, скажи мне, пожалуйста, тебе Стас никогда ничего не говорил о каких-нибудь своих проблемах? Может быть, на работе? Да о чем ты, мать? Не было у него никаких проблем. Бред какой-то. Да выбрось ты эту дурь из головы. Кто тебя такое наплел, а? Никто мне ничего не плел. Ну и не забивай голову глупостями. Проблемы. Скажите на милость. Да я видел Стаса, ну, за неделю до... И выглядел он абсолютно нормально. Ну, выпили мы с ним, расслабились, крепко выпили. Уж пьяный-то он, наверное, все мне сказал бы. Значит, мало выпили. Слушай, скажи, пожалуйста, а у него не было врагов? Или, я не знаю, каких-то дел, о которых мне ничего не было известно? Только говори мне честно. Нет. Но во всяком случае, я об этом ничего не знаю. Слушай, Юр, мы ведь с тобой 100 лет знакомы. Скажи мне правду. Татк, ну... Ну, я и говорю тебе правду. Ладно, тогда извини, что я тебя потревожила. Подожди. Тебе, может, деньги нужны? У меня есть сейчас свободные, я халтурку тут... Нет, спасибо большое, не нужно, у меня все есть. Вот одну из таких фотографий, точно такую же, Стас всегда носил с собой в бумажнике. И в тот день тоже. Да, дела. Слушай, ты Сашу давно не видел? С поминок не встречались, а что? Нет, ничего. Ну, давай. Алло, Агна, это Таня. А Саша дома, мне очень нужен. А он скоро будет? Понятно. Ну, тогда я сейчас приеду, ладно? Ой, это ты. Привет. Привет, заходи. Раздевайся. Саш, пока нету. Проходи. Хорошо выглядишь. Да. Похудела. Я у мамы в Одессе была. Заходи. Вот садись. Ты выпьешь? Нет, спасибо. Я же сказала, не буду. Ой, господи. А я буду. Водички тебе дам. Ой, Танечка, если б ты знала... Если бы ты знала, что я здесь пережила. Что у вас опять случилось? Саша меня позавчера из Одессы не встретил, естественно, но это понятно. Я выхожу, жду, Саши нет. Я по перрону туда-сюда с фруктами для Сашки привезла. Саши нету. Я на такси домой,
Приезжаю, открываю дверь. Саша! Саши нету. Хорошо. Захожу. Прохожу в спальню. Открываю дверь. А там посреди кровати сидит баба. И видно, видно, что она здесь не первый день. Приходит Саша. Ой, зайчончик, говорит. Я, говорит, и забыл, когда твой поезд приходит. Вранье. И что? А ничего. Они заперлись в спальне, а я под дверью все это слушала. О, ну я прям даже не знаю. Может, не все еще кончено? Ну, погулял. В конце концов, это она ушла, а ты осталась. Теперь я знаю, что я сделаю. Я теперь забеременею. И он на мне быстренько женится. Я ему все презервативы иголками проколю. Тут же женится. Я даже не знаю, что тебе сказать. Слушай, это он. Теперь начнется. Тата! Привет. Пропал совсем. Агна, дай что-нибудь пожрать. Сашенька пришел. Сопьешься же! Саша! Пойдем поговорим, у меня вопрос к тебе есть. Пойдем. Саша, Саш, скажи, а ты в поведении Стаса в последнее время ничего странного не замечал? Да нет, в общем. Правда, появилась у него одна знакомая, незадолго до всего. Но только ты не подумай ничего такого, там были чисто деловые связи. Баба эта вроде как неровно к нему дышала, но Стас, насколько я знаю, был и до лампочки. Так, все, выкладывай. Ну, Стас как с ней познакомился, стал каким-то дерганым, нервным. И как-то упомянул о каком-то странном обязательстве, связанном с этой бабой. Он это как назвал? Обязательство. Только я не понял, сколько он должен. Так дело в деньгах. Ну а в чем же еще? А ты ее видел? Один раз. В машине Стаса. Мы со Стасом в стороне болтали на улице. Она в его тачке сидела спереди. Ну, я не разглядел. За 30. Блондинка. Лица ее не видел. Она сидела, отвернувшись. Вот и, собственно говоря, все, что я знаю. Потом Стас со мной на эту тему никогда больше не говорил. Честно. Идите есть! Оставайся, поешь с нами. Нет, мне пора. Может, тебе деньги нужны? Хорошие друзья все-таки у Стаса. Мне Юра тоже помощь предлагал. Нет, спасибо, я правда. У меня все в порядке. Мне пока ничего не нужно. Пока. Пока. Я не понимаю, какие обязательства были у Стаса перед незнакомой женщиной? Саша сказал, что это была деловая партнерша. Я не могу так больше. Везде дома его вещи. Мне все время кажется, что он еще здесь. Наверное, слабая, да? Мне кажется, что я просто сойду с ума скоро. Выпей чайку. Пожалуйста. Давай. А хочешь бутербродик сделаю, а? С колбаской или с сыром? Какой тебе? Вкусненько? Слушай, а ты следователю Каримову рассказывала про ночного типа, про ключи? Да ну его. Ему лишь бы отвязаться от меня, какой-то бред несет, про какие-то ремни безопасности. Я уже ничему этому не верю. Я все сделаю, но до правды докопаюсь. Я тут недавно встретила Стаса с одной женщиной. Блондинка такая. Это было 3 месяца назад. Я видела их мельком издали. На ней была такая элегантная кофточка. Они около памятника Пушкина стояли. Да. Причем они так оживленно разговаривали. По-моему, даже спорили. А потом эта женщина ушла. Я тебя прошу, замолчи! Я не могу больше слышать про этих блондинок! Прости меня, идиотку. Все, ладно. Забыли. Ну и хорошо. Ah!
Юра! Юр! Юр! А почему Гурзов просил вас приехать? Он вспомнил что-то очень важное. Гильзы. 4. Я была здесь сегодня у него днем. Мы говорили о моем погибшем муже. Он недавно умер. И потом я уехала. Потом он вспомнил что-то важное и позвонил мне, чтобы я приехала. Так он по телефону сказал. Господи, как это все ужасно. Да. Его еще и пытали. Скажите, а когда вы договорились с Гурзу о встрече? Я не разговаривала с ним по телефону. Он просто позвонил мне на автоответчик. Когда вы прослушали сообщение? Сергеич, смотри, там много разной насекомой мелочи, но вот именно это на покойном лежало. Че это такое, бабочки, что ли? Бабочка, мертвая голова, а по-научному сфинкс капут мортум, большой ночной бражник. Между прочим, он в Красную книгу занесен. Ха, стихи, откуда ты все знаешь? Так работа у нас такая, Сергеич. Ну так что ты об этом думаешь? Что думаю? Думаю, не могла она сюда, так знаешь, случайно залететь. Нет, не могла, я тебе гарантирую, эта бабочка очень старая, давно засушена. Вот так вот. Угу. Так что это послание тебе, Сергеич, от клиента. Думай. Будем кумекать. Так вы мне не ответили, когда вы прослушали сообщение? Около 9. Так, одну минуточку, Татьяна Валерьевна. А наш эксперт утверждает, что ваш приятель к тому времени уже 3-4 часа был мертв. Но я в это время была с подругой. А весь день были дома? Нет. Я с самого утра ушла. У меня были важные встречи. А потом... Потом я была в гостях у своих старых друзей. Они это все могут подтвердить. А потом, как я и говорила, я была со своей подругой и вернулась вечером. А вы знаете, Юрина сообщение, оно должно было как-то высветиться у меня на автоответчике. Это можно проверить. Эта квартира принадлежит Гурзо? Нет, он ее снимал. Я не знаю, у кого. Это очень подозрительно все. Что? Сначала погиб мой муж. Теперь застрелили Юру, его лучшего друга. Мне кажется, это не случайно. Кажется, случайно. Ну ладно, хорошо. Если вы нам будете нужны, мы вам обязательно позвоним. 11:30. Собирайтесь домой, Татьяна Валерьевна. Тимошин! Я? Проводи. Ну вот, тебя и отпустили. Ты же просто свидетельница. Меня, кстати, Виталик зовут. Ну, если официально, то лейтенант Тимошин. Ментов никто и не любит. А с капитаном Макаровым тебе повезло. Он мужик надежный, настоящий опер, все раскопает. Да, мне везет. Особенно в последнее время. Сейчас мы машину поймаем и тебя подбросят. На Кутузовский отвезешь девушку? Ну, ты не расстраивайся. Все в жизни бывает. Увидимся. Надеюсь, нет. На, выпей и ложись. Ты бы видела все это. Юра, кровь. Сначала Стас.
За что? Почему? Теперь Юра. Ну я не могу так! Ну я не могу так! Ну я не могу так! Так, все, я сегодня тоже у тебя останусь. Хочешь йогурт, а? Очень полезно. Сохраняет кислотно-щелочной баланс. Мне никто не нужен! Так, не возражать. Я сейчас позвоню Лёсе и предупрежу его, что я у тебя останусь. Он сначала поскучает, потом чайку попьет. Уже проснулась? Кто это? Не узнала. Ай-яй-яй. Тимошин это, Виталий. Мент, который тебя в машину сажал пару дней назад. Вспомнила? Вспомнила. Господи, а тебе-то что надо? А мне нужна кассета с твоего автоответчика. Макаров велел срочно забрать. Мне что, к вам ехать? Не надо, зачем? Я сейчас сам подъеду и возьму. Ты в курсе, который сейчас час? 8:30. Кто рано встает, тому Бог подает. Адресок твой у меня есть, так что скоро прикачу. Заодно и чайком напоишь. Вот настырный сукин сын. Привет еще раз. Так что, напоишь чайком? А то с утра во рту не крошки. Я вот и печенье купил. Проходи. Что с тобой поделаешь? Клёво у тебя. Это что? А зачем ты приехал? Кассета? Так это не кассета. Это вещдок. У тебя есть полиэтиленовый пакет? Голубенький? Беленький? Не, голубенького не надо. Давай, беленький. Ну что, чай пить будем? Убийцу Юру не нашли, конечно. Не имею права посвящать посторонних в тайны следствия. Какая же я посторонняя? Я единственный свидетель. Или у вас еще свидетели нашлись? Да нет. Никто ничего не видел, никто ничего не слышал. Сахар есть? Стены-то толстые, двери двойные. Соседи не слышали даже выстрелов. Правда, жил он один, пожалуйста. Так все говорят. Спасибо. В конечном счете я тебе скажу, все упрется в бабки. Вовремя отдал кому-то долг или не платил несколько месяцев за квартиру. Вот хозяйка сейчас. Она же отказывается от того, что он ей платил $500 в месяц. А так свободно могла нанять какого-нибудь хмыря, чтобы он выбил из жильца деньги. Правильно? Вообще-то висяком попахивает дельце. Макаров на стенку лезет. У него украли что-нибудь? У Макарова? У Юры. О-о-о. Тайное следствие. Да нет, ничего. Сестра Гурзо сказала, что вроде как ничего не пропало. А бабочка? Ну, бабочка, которую нашли у него. Ну, какая бабочка? Слушай, у тебя есть еще что-нибудь пожрать, а? Обойдешься. Все, мне пора. Куда? В Кузьминки, на похороны Юры. О-о-о. Не ближний свет. Слушай, я на колесах могу подбросить. Поехали. К вашим услугам, барышня. Почему Саша не пришел? Его встреча важная. Я вместо него пришла. Я что же не знаю? Юрочка, что же ты сделал? Юрочка, родной ты мой! Юрочка, ну до кого
что на спайке идут, Юрочка. Как же так? Как же так, Юрочка? Юрочка ты мой, как же я теперь? Как мама, папа. Слушай, я не понимаю, как ты все это выдерживаешь. Сначала мужа похоронить, потом Юрку найти. Я не знаю, стараюсь об этом не думать. Я просто чувствую, что что-то происходит не так. Сначала Стас. Бедный Стас. Потом Юрка. Страшное убийство. Слушай, Юрку же били. Его ограбили? Нет. Вроде нет. Я не знаю, но хотя у него было что украсть. Машину не угнали. Знаешь, я помню, как Юрка на похоронах Стаса сказал: никому не дано предугадать свою смерть. Пошли, пошли. А приходите к нам сегодня на поминки. Спасибо, я... Не отказываюсь, ну ты что, ты, Алёша? Спасибо. Мы придем. Пап, мама. Ой, родная, родная. Сейчас я помогу. Отдай, да. Отдай кому-нибудь. Давайте идем, я. Идем я за стол. Нам, может, идем, родной. Да, 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 я разорю сейчас всем. Идем за стол, что ты? Идем на вместе сидеть. Я с уголка здесь. Удивляетесь, как мы богато живем? Почему я должна удивляться? А я всю жизнь мечтала, чтобы хоть один из его друзей пришел к нам и посмотрел, как живет наша семья по сравнению с ним. Меня Женя зовут, я Юрина сестра. А вы Таня, да? Вы жена вдова Стаса? Да. Мы у Юры как-то на вечеринке виделись. Вы помните? Пойдемте, выйдем, поговорим. Пойдемте. Нет, спасибо. Неужели у Юры действительно не было денег? Просто я слышала на кладбище про какие-то долги, а он мне никогда ничего не говорил. Стеснялся. Он же пижоном был. Он много работал, у него были хорошие клиенты, хорошие заказы. Какие заказы? Он ни хрена не зарабатывал. Все, вытряс из отца с матерью. Накупил эту дорогущую аппаратуру для съемок и решил, что будет делать на этом деньги. Конечно, ни хрена не вышло. Мы, во всяком случае, от него ни копейки не получали. Он мне совсем другие вещи говорил. Врал, как всегда. Для моих родителей теперь все. Кончено. Ну что, у них же еще остались вы. Я? Да я кто я такая вообще? Что? Я же так, поздний довесок, такая никому не нужная, ее любимая дочка. Это все он. Все он. Все для него было. Для Юрочки. Это он был единственной радостью. Все для него, любимого сыночка. Для гения сраного. Это он был для них светом в окошке. Вытряс все из них. Скажите, ну вот на какие шиши он снимал это шикарное ателье в центре? Ну на какие шиши? Он же постоянно являлся сюда за деньгами. Неделю назад он приперся сюда и уговорил отца с матерью отдать ему прабабкины серьги. Фамильные. Единственное, что оставалось ценного. У него, видите ли, срочный проект организовался. Он хотел серьги продать, дело провернуть, а деньги бы он потом вернул отцу с процентами. Я потом, когда узнала, я им все выложила. И родителям, и Юрке. Сказала, что он просто альфонс и сволочь. Теперь все. Ни денег, ни серьг. Ненавижу его. Но ведь у него ничего не украли. Может быть, какие-то деньги остались в квартире? Послушайте, вот это ключи от квартиры, которую он снимал. У него было 3 комплекта. Один у него, другой у нас на всякий случай. И еще один у хозяйки. Я думаю, нам его вещи все равно не вернут, даже когда следствие закончится. А там одна аппаратура, знаете, сколько стоит? И это точно Юркина.
Я хочу забрать вещи, которые ему принадлежали. Ведь это справедливо будет. Наверное, справедливо, но, по-моему, это чистый криминал. А, по-моему, если их не заберу и не продам, мы тут с голоду все подохнем. Мы уже очень давно живем в долг. И Юрку мы похоронили тоже в долг. А почему вы мне все это рассказываете? Ну, вы единственный, кто из его друзей пришел на похороны. Ведь вы его нашли, да? Да. Но чем я могу помочь? Мне нужны деньги, чтобы нанять машину. У нас денег нет. Ни копейки, буквально. Я не знаю, на что мы завтра есть будем. И парень мой, Илья, он тоже без работы. Я сколько могу. Я же не милость не прошу. Там же дорогая аппаратура, мебель, холодильник. Только все громоздкое. Только грузовиком вывезти можно. Зачем вы мне это рассказываете? Вас же увидит весь дом, вызовут милицию. Мы тихо и по-быстрому. А деньги я вам сразу отдам, как только продам первые вещи. Ну, там, фотоаппарат, например. Я верну его, не сомневайтесь. Вы знаете, я не знаю, сколько стоит грузовик, но это все, что у меня есть. Возьмите. Спасибо, этого хватит. Простите, мне пора идти. У меня еще срочное дело. Передайте, пожалуйста, вашим родителям мои соболезнования. Спасибо. Кстати, вы зря обижаетесь на друзей вашего брата. Если бы могли, то они обязательно бы пришли. И уж точно здесь был бы мой муж, которого, возможно, убили. Борт, откиньте только тихо. Вроде никого. Тебе не страшно? Ёлки зеленые. Кровище сколько, а? Не орите, балбесы. Сразу начнем. Нет, чай попьем. Давайте диван, тащите. Да он легкий. Жень, в сторонку. Илюк, задом. Давай. Во дворе никого нет, все тихо. Тут еще полно всего, у меня в кузов 100 пудов все не влезет. Вы вот что, давайте отвозите то, что погрузили, а за остальным приедете. За час успеете? Запросто. Ну что, ты с нами поедешь? Не, я упакую все, что осталось. Только давайте быстрее, ладно? Да. Пойдем, Димон. Я вас жду. Быстрее, ладно? Хорошо. Давай.
давай, идем, Кузя, идем. Свет зажгла, рехнулась, что ли? Психовала, наверное. В темноте одной сидеть. Пойдем, Димон. Ты чего двери хлопаешь? Ну, что делать-то будем? Надо в окно постучать. Ой, Димон! Ай! Не заперто. Тут ты что? Что, не видишь, ее грохнули. Женя! Нет, стой! Все, я валю отсюда. Женечка, Женя. Значит, Евгения была твоей близкой подругой, так? Да. Ну, а ты брата ее знал? Ну, виделись пару раз. А ты знаешь о том, что его недавно убили? Конечно, знаю. На похоронах был, на поминках. Вообще-то мы с Женей пожениться собирались. Осенью. Угу, хорошо. Вернемся к нашим баранам. Значит, Евгения тебе позвонила, предложила встретиться на квартире, так? Но не сказала, на какой. Да? Но адрес дала. Да? Да. Ну дальше, дальше, дальше! Я приехал. Так. Позвонил. Угу. Дверь была не заперта. Я вошел, ее нигде нет. Приехали ваши, меня мордой об стол. А у меня документов с собой не было, и они меня в обезьянник. Вот и все. Во сколько ты приехал? Около 12 ночи вроде. Значит, ты наверняка видел тех двух парней, которые с твоей подругой обчистили квартиру ее брата. Каких парней? А тех парней, двух молодых гопников, которые с твоей подругой подъехали к подъезду на газели, вскрыли опечатанную квартиру и вынесли оттуда всю мебель и телевизор. Ну что? Что ты мне яйца морочишь? Тебя нас рисовали, понимаешь, на раз! Свидетели есть! Устроим опознание, все! Понимаешь, все! Тебе кранты! Кранты! Милок, ты не понимаешь, что тебе срок грозит? Срок! И не маленький, и минимум пятерик! Пятерик! Что, язык в жопу засунул? Ну не убивал я ее, понимаете? Не убивал ведь! А кто сказал, что ты убивал? Я сказал? Нет. Я тебя спрашиваю, кто был третий? Шоферюга?
Он застрелил. А барахло где? Колись, колись, колись! Ты понимаешь, я же могу в легкую тебя под убийство подвести. Понимаешь? Давай. Давай, сынок. Я же псих, понимаешь? Псих. Говори! Господин Каримов, я вам звонила, он у вас не было на месте. Вы выяснили, почему загорелась машина? Да. Эксперты утверждают, что машина загорелась в результате технической неисправности. Я закрыл дело за отсутствием состава преступления. Все. Подождите, как закрыли? Что значит закрыли? А вот так, Татьяна Валерьевна. Это был несчастный случай. И в будущем, когда у вас появится своя машина, очень вас прошу, не совершайте подобные ошибки. Проходите техосмотр. Я уже совершила эту ошибку. Эта ошибка – это вы. Сколько вам заплатили, чтобы вы закрыли дело? Сколько и кто? Хватит. Хватит. Дорогая Татьяна Валерьевна, я искренне и глубоко вам сочувствую. Это во-первых. А во-вторых, я не беру взяток. Прощайте. Так и тебе и поверила. Карлик хренов. Значит так. О том, что это квартира ее брата, ты знал. Как перевозили шмотки, рассказал. О симпатичной особе, которая одолжила Гурзу деньги на поминках, тоже. Слушай, а кстати, а кто она? Евгения не называла случайное имя? Нет. Знаешь, что Женя говорил, что деньги мне одолжил, чтобы машину нанять. Вы спросите Жениных родителей. Наверняка они пригласили. А как зовут шофера? Дима. А он труп видел? Сразу смылся. Ну что ж ты водителя отпустил? У него же все шмотки были. Ну мы же второй раз еще хотели приехать. Вот парень, вот то-то и оно, что первую ходку вы еще сделали до убийства, а второй раз машина пошла порыжником, потому что труп обнаружили, а? Ну, конечно, водила твой в штаны наложил, сразу сообразил, что нужно сматывать, еще мокрым делом пахнет, а? Так было, нет? Ну и куда ты со своим дружком Димой шмотки повез? Димкин гараж. Влюблено, я покажу. Как его фамилия? Горбатов. Адрес, телефон? Я не знаю, правда. Мы с ним в пивнике встречаемся на Таганке. Он на оптовом рынке работает. А во дворе не было никого. Сто раз вам говорил, ни хрена там никого не было. Тихо. Только ты мне не хами. Не надо мне хамить. Знаешь, это свет такой добрый, а на самом деле... Да, Тимошин, а? Сынки, я страшнее Змея Горыныча. Это точно. Ну ладно. Лебедев! Забери этого красавца, посиди с ним в коридоре. Есть. Быстро взял этого сопляка и гони влюблено. Пора с этим делом завязывать. Над нами так уже два убийства. Быстро! Так, заинтересовала меня эта симпатичная девушка. Может, серийная, а? Издевается над нами, сволочь. Ну ничего, мы еще посмотрим, у кого женилка больше! Ха! Это вы про бабочку, Виктор Сергеевич? Я про слона с ушами. Одна нога здесь, другая там. Быстро пошел отсюда! Работничка вдали. Здорово, Тимошин. Здрасте. Давай рассказывай. Ну что, всю ночь рыскали. Шофера пока не нашли. Он комнату снимает, там со вчерашнего не появлялся. У родителей не был, на рынке тоже. Пробили грузовик, дали гаишникам.
Ну, ищем. Дело времени, Виктор Сергеевич. Ищи, ищите, может, но сейчас скорее. У нас две мокрухи, судя по всему, серийные. Дело с кражей надо закрывать. Пацаны ясный перец не убивали. Давай допивай свою воду и вперед. Женя на поминках ничего не говорила про деньги на машину. И все-таки ваша дочь заняла 2000 рублей. И именно на поминках вашего сына. Я понимаю, трудно, но постарайтесь вспомнить. Там была девушка симпатичная, лет 25. Именно с ней разговаривала ваша дочь. Я помню. Женечка, еще когда за стол не садились, все с ней в коридоре стояло. А потом, когда из-за стола встали, они пошли курить на лестницу. Но я эту девушку тогда первый раз видела. Я тоже. А имя не знаете? Нет. Женечка как-то мельком сказала, что это та девушка, которую Юру нашла. Там, на той проклятой квартире. Скажите, ее случайно не Татьяна звали? Бурханова? Нет. Не помню. Извините, я не очень хорошо себя чувствую. Если можно, мы с мужем с вами потом поговорим. Так, ну? А что я-то? Вот мне интересно, кто к ней в кавалера записался? Кто у него плюшками баловался? Да ладно, плюшками, печенье сам купил, чё ты? Давай, Ромео. О, блин. Алло, Танечка. Да, это Виталий Тимошин. Узнала? Ага. Слушай, тут у капитана Макарова возник тебе небольшой вопросик. Да не, мелочевка. Так поболтай. Ага. Очень надо. А ты где сейчас? Да без проблем, я тебя подберу. Ага. Все, хорошо? Дело в том, что с вашей знакомой Женей Гурзо произошло несчастье. Вчера вечером ее застрелили. И знаете где? В той же квартире, где был убит ее брат. Такие дела. Татьяна Валерьевна, вы едете к лучшему другу вашей семьи Гурзо. В тот же вечер его убивают. Труп обнаруживаете вы. Через 3 дня на поминках вы даете деньги его сестре для того, чтобы она могла перевезти вещи с квартиры брата. И там в тот же вечер ее тоже убивают. Странно. Вы что? Вы что, меня обвиняете в смерти Жени? Ну, что вы, что вы? Что вы, что вы? Не дай бог, до этого пока не дошло. Она попросила у меня денег в долг, я дала. Юра был другом моего мужа. Я не спрашивала, зачем ей были нужны деньги, она мне не говорила. По-моему, и так все понятно. Они очень бедно жили, у людей горе. Если бы вы там были, вы бы сами все увидели. Я был там. Значит, вы не знаете, зачем Евгении Гурзо понадобились деньги? Нет. Не могла же я знать, чем все закончится. Вы свободны, Татьяна Валерьевна. До свидания. Татьяна? Тебе плохо? Помочь? Шел бы ты знаешь куда? Знаю. Пусти, мне пора. Куда? Не твое собачье дело. Давай подвезу. Ты что, глухой, не понял? Слушай, да что ты на меня-то злишься? Я-то тебе что сделал? Ну, это же у Макарова к ней возник. Вопросик, вопросик небольшой, да? Да? Может, это я убила Женю? Женю, да? А может, я и Юру убила? Ну ладно, ты чего? Ах ты, морда ты ментовская! Ох ты! Слушай, ну прости ты меня за этот вызов. Я же на работе.
Тань, ну давай я тебя довезу, а? Давай. Ты еле на ногах стоишь, я же вижу. Танечка. Проходите, граждане, проходите. Хочешь, я на колени встану, а? Тань, хочешь? Таня, прости меня, пожалуйста. Смотри, я старший лейтенант, без пяти минут капитан. Стою перед тобой на коленях. Таня! Таня, обрати внимание на меня! Танечка, прости меня, пожалуйста! Танечка, ты такая добрая, как мать Тереза! Прости меня, пожалуйста! Танечка! От имени Макарова я тебя прошу, прости меня, пожалуйста. Если ты меня не простишь, меня выгонят из милиции. Встань! Таня, меня расстреляют. Тебе это надо? Ну прости, ну пожалуйста. Ну видишь, я перед тобой на колени. Встань! Сейчас лягу, сейчас на пузо лягу. Простила. Простила? Да. Простила уже, правда? Да. Я встаю, я встаю. Клоун. Тебе бы в цирке выступать. Не берут. Поехали. Прошу вас. Таня, ты меня чайком не угостишь? Дяденька, дайте водички, но там есть хочется, что и переночевать негде. Ну ладно. Не волнуйся, я к тебе приставать не буду. И откуда ты такой взялся? Ты же на милиционера не похож, диджей какой-то. Тарелочка. Что там с делом твоего мужа? Каримов его закрыл. Вот даже как. Стас в прошлом году не прошел техосмотр. Машина загорелась вследствие неисправности. Окончательное заключение – несчастный случай. Только я в это не верю. А я говорил с Каримовым по поводу твоего дела. Зачем? Ну, может, у меня времени больше, чем у начальства. Мне оно самому не нравится. Только там потянуть не за что. Машина сгорела так, что уже даже не поймешь, чего все началось. Но Стаса никто не убивал. Ты сама-то есть будешь? Нет, не хочу. Ой. Подожди. А Каримов говорил тебе, что ко мне в квартиру? Да, говорил. И то, что ключи от квартиры в машине нашли тоже. Только я вот не рассказала ему, что походка этого типа мне была знакома. То есть? Но он ходил как мой муж, как Стас. Что так на меня смотришь? Ничего. Я, между прочим, в своем уме. Может быть, это кто-то просто пошутил? Ну, хреновые шуточки. Тем более, если у него ключ от квартиры. Я бы на твоем месте сменил уже замки. Представляешь, вот если бы ты пришла сегодня сюда одна, отшила бы мента, пришла в красивую квартирку и нарвалась бы на пулю или нож. Почему? Ну, потому что если у него есть ключи, он может прийти сюда в любое время. У Юры тоже были крутые замки, двери. А его все равно убили. Потому что открыл, кому не надо. А его сестру почему? Потому что оказалось в ненужное время в ненужном месте. Откуда ты все знаешь? У меня работа такая. На самом деле я Макарова понимаю. Ему нужно как можно быстрее закрыть эти два дела. Так, так. Вот он тебя и дергает, чтобы отработать все версии. Это я-то версия? Да на что ты намекаешь? Тихо, тихо, тихо. Я ни на что не намекаю. Было бы на что, Макаров тебя бы закрыл уже давным-давно. Хватит руками махать. Не ори на меня. Выпить есть? Нервы, нервы, нервы. Ты на службе. Выпей. Закуси. Ты всегда так много ешь? Мать ругается, говорит, с моей зарплаты меня фиг прокормишь. С мамочкой живешь. Когда как? Слушай, давай я спокойно поем. Ладно, мне пора. Обещал маму отвезти в магазин. А по твоему делу надо подумать. Покрутить так, сяк. Значит, нужно замки менять? Убийцу надо ловить, вот что. Хочешь, я приведу к тебе свою собаку? Замечательная собака. Никого в дом не пустит. Меня самого иногда не пускает. Не хочу никакую собаку. Хочу, чтобы все было как прежде.
Брата и сестру Гурзо убил один и тот же человек. Гильзы оказались от одного и того же ствола. Но я тебе ничего не говорил. Пока. Зачем? Ну, он просит, и я тоже очень прошу, Танечка, приезжай как можно скорее сейчас, Таня. Ну, что у вас опять случилось? Уже почти 11. У меня был очень тяжелый день сегодня, извини, я не могу. Вам что, деньги опять нужны? Да нет же. Дай-ка мне Славку. Ну, он не может говорить, понимаешь? Его сегодня хотели убить, как брата, как твоего мужа. Ой, Таня. Так долго не открывала. Ты что, меня не узнала? Я смотрела, одна ты там или нет. Он в ванной. Заперся там, мажется йодом. Я хотела ему помочь, он меня послал. А его что, избили? Да нет же, дети, Таня. Что они с ним? Еле угомонились. Славочка! О, как хорошо, что ты пришла. Спасибо. О, Садись. Ты что, в аварию попал? Нет, это не авария. Надо скорую вызвать. Не надо скорую. Подожди, ты что? Ты что, боишься чего-то? Нет. Это что, была не авария? Тат, ты меня ножом полоснули. Только ты Ларе не говори, ладно? Ладно. Все, давай. Все. Ну не реви ты сама-то, ну! Не. Тат, пойдем на кухню. Угу. Пойдем. Я тебе там кое-что должен сказать. Все, пойдем. Сейчас. Ты не обращай внимания, сейчас она наревется, успокоится, уснет. Она меня просто ненавидит, вот и все. Лучшее лекарство. Будешь? Нет. А я буду. Слав, а что произошло? Кто тебя порезал? Да тип какой-то. Какой-то тип, я даже не разглядел. А ей сказал, что произошло столкновение на дороге, и мне в лицо попал осколок стекла. Ну, все. Ты думаешь, она поверила? Да мне все равно. Поверила она, не поверила. Все равно с утра увидит целую машину, закатит сцену, и все. А при чем тут Стас? Ну, Лариса мне сказала, что тебя хотели убить так же, как Стаса. То есть, значит, что, Стас убили, да? Нет, что ты. Нет, его не убили. Таня. Ситуация просто похожая. Ну, я тоже за рулем чуть коньки не отбросил просто. Вот. Но возвращался просто поздно вечером и решил передохнуть, остановился покурить. Опустил стекло, вот, и... Вдруг вижу, кто-то приближается, к краю лаза, вижу, кто-то идет. Я даже, ну, как-то сначала не обратил внимания. Кто-то что-то раз в воздухе блеснуло, и только чувствую, что-то теплое по лбу течет. Я руку приложил, там кровь. Ну, я выскочил, ну, естественно, никого уже не было. Вот. Но дело не в этом. Тань, я… Постой, а почему ты милицию-то не вызвал? Почему он тебя порезал? Да откуда я знаю, почему? Ну, откуда я знаю? Ну, при чем тут милиция вообще? Ну, что ты говоришь такое? Ну, это мои проблемы. Какая милиция? Ну… Ты что, милиции боишься? А зачем меня Лариса в глазок рассматривала? На что боялась? Что это кто-то другой придет?
Я тебе не верю. Тебе этого мало, что ли? Нет. Что тебя порезали, я верю. Но почему? Почему твоя жена говорит, что Стаса также убивали? Что, к нему тоже кто-то в машину залез с ножом? И вообще, откуда она знает? Да не знает она ничего, ничего она не знает. Ты знаешь, как умер Стас? А ну отвечай, как он умер? Не знаю, не знаю, Тань. Не знаю я ничего, кроме того, что рассказал следователь. Вот вы все что-то знаете и молчите. Одна я, как дура, хожу, добиваюсь правды. Господи, кому нужна-то вся эта правда, кроме меня? И ты молчишь. Зачем ты меня позвал? А дело Стаса сегодня, между прочим, закрыли. Вот так-то, родственничек. Все, к черту, я ухожу. Подожди. Ты уходишь? Да. Подожди. Таня, я должна тебе сказать. Подожди, подожди. Иди сюда. Садись. Танечка, он же меня постоянно врет. Угу. Я же знаю, что никакой аварии не было. Как это не было? Ну как? Я же видела рану. Типичное ножевое ранение. Я же медсестра. Таня, в тот день на даче Стас и Славка были вместе. И возвращались на вашей машине вместе. Как вместе? Что ты несешь? Как вместе? Мне Славка проговорился, пьяный, в истерике. Он знаешь что? Он сказал, что Стас поехал в объезд, машина застряла на каком-то там проселке недалеко от шоссе, и они поссорились. Слава пошел к шоссе, и тут за спиной раздался взрыв. Он рванул обратно. А там уже все кончено, Таня. Машина горела, как костер, понимаешь? Потом он рванул к шоссе, поймал какого-то частника. У него была мобила. Ну вот они и вызвали пожарных и милицию. И ты что, все это время молчала? Прости, прости. Прости меня. Прости, я не могла. Он так плакал, так плакал. Таня, Танечка, он плакал целые сутки. Я думала, что он с ума зайдет. Он ведь исследователь мне сказал, что он был в машине с братом. И мне сказал, что я не могу никому говорить, потому что если я проговорюсь, то его обвинят в смерти брата и посадят. Он что же смылся, не дождавшись ни пожарных, ни милиции? Представь себе, да! Слава! Да! Смылся! Слава! Ну что ж ты болтаешься все время, Слава! А? Ну что ж тебе язык-то чешется все время, а? Ну зачем ты Таньке все рассказала? Зачем? Ах ты подонок! Таня! Он мой муж, ты понял? И он меня любил больше, чем тебя. И я его любила. Все наверняка было по-другому. Это ты его убил. Потому что ты ему всю жизнь завидовал. Я его не убивал. Поняла? Я его не убивал. Я просто... Если это ты, то будь ты проклят. Мне хочется сказать, я обожаю ее. Обожаю. Алло, Ларис, привет, это Таня. Это ты? Как твое самочувствие? Голова не болит? А как Славка? Слава? Мучиться с похмелья? Слушай, Ларис, ты не могла бы... В общем, я вот о чем хочу тебя попросить.
Славка, он... Ну, может, ты на него надавишь, и он напишет заявление, что был со Стасом, на имя следователя, который вел дело. Танечка, я тебя не совсем понимаю. Какое заявление? И в чем Славке сознаваться? Как не понимаешь? А как же вчера... Вы вчера очень много выпили, Танечка. Он пошел тебя провожать, споткнулся, упал, разбил лоб. Темно уже на лестнице. Да вы почти в допель были. Ты выспись, Танюш. Не было ничего. Вот так вот. И повесила трубку. Да понял я все, понял. Дескать, я не я и морда не моя. Бывает. Дерьмо у тебя, родственнички, одно слово. Ясно. Ты мне лучше скажи, а что мне теперь делать? Вот что. Дуй-ка ты сама к следователю. Поговори с ним. И накатай на этого Славу заяву по всей форме. Посерьезней только заяву. Если, конечно, Каримов ее примет. А почему не примет? Да потому что дело уже закрыто. Для него это лишний геморрой. Ну ладно, давайте. Удачи тебе и позвони мне потом. Я поняла. Да, кто? Таня? Соскучилась уже? Шучу. Что случилось? Привет, Виталя. Здорово. Да. Да, я понял. Каримов до понедельника в командировке, ясно. Мы сделаем с тобой так. Я к тебе сегодня вечером часов в 11 подскочу, и мы все это дело перетрем. Нет, раньше не смогу. Слушай, я вообще-то на самом деле на работе, мне некогда. И знаешь, что еще? Скажи своей соседке Ксении, чтобы зашла. А я познакомиться с ней хочу, ага. Все, пока. Взрослая женщина с таким неподдельно доверчивым детским выражением лица побледнела. Привет. Это Виталий Тимошин, о котором я тебе так много рассказывала. Здравствуйте. Здрасте. Я Ксения. Виталий. А вы действительно милиционер? Да. Да. Очень приятно. Извини, что опоздал. Слушай, у тебя перекусить ничего не будет? Если ты так много ешь, то почему такой худой? Нервы? Бессонница, работа? Да. Присаживайтесь. Спасибо. Таня говорила, что вы отлично знаете всех друзей Юры Гурзу и Стаса. Я? Ну, я не могу сказать, что хорошо, но... Конечно, знаю. Угу. У нас, наконец, пошевелились. Сделали отпечатки с негатива в Гурзу. Значит, просьба к вам будет такая. Посмотрите внимательно снимки. И если кто-то вам покажется знакомым, скажите об этом, ладно? Вы еще не нашли того, кто убил Юру и Женю? Нет. Но опросили почти всех жильцов дома. Одна свидетельница засекла сестру Гурзо, ее парня и водителя фургона. Слушайте, а я сейчас закон нарушаю. Надо бы вас к нам вызвать и вместе с Макаровым под протокол сделать опознание. Ну ничего. Если кого-то узнаете, потом все оформим по правилам. Ну как? Ой. А вот это Агна. Что есть Агна? Это подруга Саши Букетова. Ты их не знаешь. Подробнее, подробнее. Что за странное имя? Как фамилия? Она бывала у Гурзу? Полное имя Агнеса, фамилия Рудник. Юра иногда ее снимал. Так. Вы знаете, а я вообще никого не узнаю. Жаль. Значит, остается Агнеса. Адрес телефона имеется? Господи, но она вообще тут ни при чем. Так, вот это уже нам решать, ладно?
И, кстати, о твоем деле. Слушай, у тебя у самой есть мысли, почему это вдруг Лариса и Слава пошли на попятную? Он что, действительно что-то видел? Может, просто соврал с пьяну? Нет, они точно чего-то боятся. Виталя, ты сам-то веришь в это? В то, что Слава мог быть свидетелем убийства Стаса? Стаса. Ты понимаешь, я ведь сейчас по уши в деле обоих Гурзо. Ну не могу же я за Каримова пахать, правильно? Зачем ты тогда ко мне ездишь? Звонишь мне? Зачем? Зачем ты у Каримова спрашивал о деле Стаса? Слушай, может тебе денег заплатить? Таня, да ты что, Таня? Нет, ну а что, ну, я не знаю, раз уж Каримов закрыл дело, то, так сказать, в частном порядке я бы заплатила. Она с ума сошла. Ты с ума сошла, да? С ума сошла? Я правда заплатила бы. Ну, ты даешь. Ну, хорошо. Если честно, я ведь сам ничего не понимаю. Их всех убили без видимых мотивов. Юрия Гурзу не ограбили. Твоего мужа тоже. Евгению Гурзу убили непонятно за что. Все, что их объединяет, это дружба. Значит, их мог убить один человек. Их знакомый. И это серийный убийца. Понятно? Конечно, серийный убийца! Твой муж и этот Гурзо всем до лампочки! У нас серийный убийца! Не кричи на меня, ты не в милиции. Ой, вы знаете, я, пожалуй, пойду. А то у меня Люсик голодный. Очень рада знакомству. Всего доброго, товарищ. Тимошин. Тимошин. Очень рада была познакомиться. До свидания. Таня. Так, давай, пиши мне телефон этой Агны Агнесы. Саша, ага, это ее сожитель. Не грусти, раскопай я все. А из твоего Славы я душу вытрясу, вот чтоб мне полковником не стать. Веришь? Верю. Знаешь, ты когда сегодня наконец свернулся от своей этой... Я даже не удивилась, когда ты сказала, чтобы я в Одессу навсегда уезжала. Плевать тебе на меня, на нас. И все ради какой-то старой... Прекрати. В комнате на столе деньги. $500 – это тебе. На первое время хватит. Ты меня хоть проводишь, нет? Или опять не хватит времени? Провожу, не волнуйся, ложись. Погаси свет! Все погаси! Поезд рано утром, не хватает еще завтра опоздать. Ты дашь опоздать, как же? Все, я не хочу тебя больше слышать. Ты спишь? Ты же не спишь. Мне в самом деле жаль, что все так вышло. Агна, прости. Но это жизнь, понимаешь? Я устала. Слава богу, сегодня последняя ночь моя в этом проклятом городе. Я хочу выспаться.
Агна! Агна! Агна, не сходи с ума! Агна, что ты там делаешь? Открой немедленно! Агна! Агна, выходи! Агнюша! Выходи! Поговорим, успокоимся. Все будет хорошо. Агна! Агнюша! Ах ты, стерва! Ну, сейчас я тебе устрою! Ну, Агна! Ну, Агна! Твою мать! А ну, сука! Тихо, тихо, тихо! Тихо, тихо, тихо! Пусти меня! Спокойно! Ты хотел меня убить? Ты что, в самом деле хотела, чтобы я сгорел? Иди сюда. Это что такое? Агна! Агна! Агна, ну не дура ты после этого, а? Ты даже покончить с собой не можешь. Лучше б ехала к себе в Одессу и утопилась бы там нахрен. Слава богу, ноги твои завтра здесь не будет. Я уеду, а ты приведешь сюда свою старую. Я хочу, чтобы ты завтра уехала домой. Ненавижу тебя. Да, я хотела тебя убить. Жалко, что не убила. Сука спятившая. Ненавижу тебя. Сиди с ней теперь здесь до утра. Агна, ты же идиотка сумасшедшая! Идиотка! Молодец. А чем у вас пахнет тут? Виталий. Саш. Саня. Она что, действительно подожгла квартиру? Пыталась, мать ее. Обошлось! Это была Агна. Пусть эта дура сидит в ванной, а мы выпьем. Представляешь? Мало она у меня крови выпила. Резала себе вены, стерва. Так для понта резала, чтобы выжить. А комнату всерьез подожгла. Еще бы чуть-чуть, я бы сгорел раза такой матери. Представляешь, позвонила мне и сказала, что только что тебя убила, сейчас себя убьет. И бросила трубку. Конечно, я сорвалась. Ладно, все путем. Все путем, выпьем. Пошла вон, дура. Ой, и ты себе кого-то нашла, да уже? Недолго горевала. Все себе кого-то нашли. А давайте за это выпьем. Ваше здоровье. А ты знаешь, как меня в Одессе встретят? Меня ж там затравят. А этому на меня наплевать. Я сколько раз тебе предлагал после института работать пойти. Ты бы сейчас человеком была. Ты бы сняла себе комнату, так нет, тебе же главное за москвича выскочить. А ты что, думаешь, все на свете можно купить твоей пропиской, да? Да пошла ты! Я ненавижу тебя, ненавижу тебя! Да пошла ты! Виталя, все нормально. Завтра утром эта стерва уедет, и все будет окей. Ненавижу тебя! Да заткнись, я тебе сказал. Сам заткнись, урод! Последи за ней. Ну зачем ты это сделала? Ты понимаешь, что Саша мог сгореть? А я хотела, чтобы он сгорел. Что ты говоришь? Ты понимаешь, что ты сделала? Да, я сделала. А он меня выгоняет.
Ты где этого мужика нашла? Я его нигде не нашла, это мой друг. Больно? Да, фигня. Саша заявит на тебя в милицию? А, пусть делает, что хочет. Я сегодня утром сажусь на поезд и ту-ту! А он сюда свою приведет. На что, все еще бывает здесь? Нет, ты че? Он теперь к ней бегает. Слушай, она его будто околдовала, понимаешь? Вот я уверена, она его вытрясет и пошлет. И скажи мне теперь, вот стоило меня из-за нее выгонять? После 5 лет стоило? Слушай, может, дело не только в Наталье? А в чем еще? Прости меня, конечно, но... Просто мне всегда казалось, что вы с Сашей не очень подходите друг к другу. Тебя не спросили, а? Советчица хренова! Ну-ка иди сюда, Данила! Заткнись, я тебе сказал! Успокойся! Нормально все? Заткнись! Идиотка! Ты чего мне здесь... Предатели! Какие предатели? Садись. Покажи. Ну, покажи. Ну, все ерунда. Лишь глаз так задет, все остальное пройдет, да? Сиди, сейчас. Так, посмотрим. Так, что тут у нас? Ага. Подрались девчонки, перепала на шее. Сейчас, вот так. Бери и приложи это все. Давай. Ну, давай. Прикладывай. Молодец. Все, приложи и держи. Держу. Гражданин Букетов. До свидания, спасибо, товарищ капитан. Посадите ее под 7 замков. Так, все, мы больше не будем прыгать. До свидания. Там что? Там что, милиция приходила? Да. А кто ее вызвал? Дверин. Саш, кто милицию вызвал? Люди. Люди вызвали. Правильно сделали, что вызвали. А где Агна? Ее что, забрали? Орденом ее наградили. Ну ты что хотела? Она же меня сжечь хотела. Ну и сволочь же ты после этого. О, давай. Проявляй бабскую солидарность. А что, если бы я не проснулся и сгорел? Что бы тогда? Завтра же пойду и напишу заявление. Так, Виталь? Так. Так ты говорил? Так. Давай. Пока что ее забрали для выяснения личности. Если бы ты туда сунулась, то было бы еще одно заявление за нанесение побоев. Проще говоря, за хулиганку. За хулиганку? Так вот. За хулиганку. За хулиганку! Вот. Она тебе вон какую затрещину влепила. Да плевать мне на затрещину. Зачем заявление-то писать? Она все равно завтра уехала к себе. У нее теперь билет пропадет, вообще будет куча неприятностей разных. Где она сейчас? Где? В обезьяннике. Где? Вот знаешь, мент, он и в Африке мент. О! О, понял! Чтобы я тебя у себя больше не видела. И тебя, чтобы я больше никогда не видела. А меня-то почему? Таля? Саня? Вот склеротичка.
его покажу. Ну, давайте. Проходись. Опа. Во! Видала? Да. Порезвилась твоя девушка. А как тебе удалось проснуться? Сам не понимаю. Повезло. И вообще, не моя она уже. Пошли выпьем за мое спасение. Да. Опа. Спи, милый, спи. Ты устал. Спасибо, Наташечка. Спи. Ты одна меня понимаешь. Ну что, Наточка, выпьем за знакомство? Давай. Только мне немного. Ну, все живы-здоровы? Кроме Стаса и Юры. Мне Саша про них рассказывал. Мчалась сюда, думала, еду на Сашкины похороны. У тебя такой голос был. Спасибо. А что же он сам со мной не поговорил? Трубку, что ли, держать не смог? Не смог. Но вспомнила тебе сразу же, поверь мне. Верю. А ты его друг? Конечно. Так ты чего не пьешь-то? А ты тоже? А если честно, я не люблю пить. Совсем. Генкин отец алкаш был. Жуткий. Надо, кстати, и Саню от этого дела тоже отучать. Да ладно. Он же не каждый день так поддает, правильно? Ну, сегодня так карты легли. Бывает. Ты его любишь? Не знаю, наверное, да. Но он-то мне про тебя все уши прожужжал. Гена это сын? Да. 20 лет. Только он отдельно живет от меня. Я ведь уже взрослая девочка. А где ты работаешь? В торговой фирме, старшим менеджером. Угу. А что ты меня так расспрашиваешь обо всем? Ты что, милиционер? Наташа! Наташечка! Наташа, ты где? Иду, 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 иду! Наташа! Ой, Наташа! Наташечка! Так, Пашкова Наталья Андреевна, Пашков Геннадий Викторович. Так, ну и как он? Мучается бедняга от сушняка, но сейчас, кажется, уснул. Ну и хорошо. Поеду я. Давай. Молодой человек. Пока. Дети, в школу собирайтесь. Петушок пропел давно. Чего ты здесь делаешь-то? Не твое собачье дело. Ну, хорош злиться. Пошли, я тебя домой подброшу. Ну, ладно, поехали. Поехали. Диагноз дал. Я? Ну ты... Тихо, тихо, тихо. Еще я с Сашей поговорил. Поверь, он никак не замазан на эти два убийства. Чист как агнец. Пьяный. И Наталью тоже я пригласил.
Ту блондинку, что к нему пришла? Да. Помнишь вчера? Ну, вчера у меня дома я тебе рассказывала про женщину, с которой видели моего мужа. Про ту блондинку за 30. Святые угодники. Теперь ты мне будешь говорить, что Наталья как-то завязана на смерть Стаса. Таня, ты уже слишком. Я в такие совпадения не верю. И дело Стаса уже закрыто. Ну, вызову я ее, вызову. И что? Она уйдет в глухой отказ. Я ничего не знаю. Ни с каким Стасом не встречалась. И будет права. И что дальше? Зачем вы вообще работаете? Не было доказательств? Найдете доказательства? Не. Она явно не дура. И даже если предположить, что вот она имеет какое-то отношение к смерти Стаса, она будет молчать, как рыба. Ну а сам-то ты веришь в то, что это она встречалась со Стасом? Сам веришь в это? Веру к делу не подошьешь. Вот так, ну твою. Надо было пробить. По поводу убийства брата и сестры Гульзо. И ничего с ней не случится. Выпустят, если чистая. Только, Агни, ты вряд ли объяснишь, что ее арестовали в интересах следствия. Разве это справедливо? А мне наплевать, справедливо это или несправедливо. Ну, конечно. Мое дело злодеев ловить. Тебя до квартиры провожу. Да нет, не надо. Надо, надо. Береженого Бог бережет. Ты что, вообще не знаешь этого, Виталий? Ну, почему не знаю? Почему не знаком? Мы вчера познакомились, то есть сегодня ночью. А мне он сказал, что он твой друг. Это он соврал. Я его первый раз видел. А куда он уехал? Домой, наверное. Что ж ты пускаешь в дом, кого попало? Он же с Танюхой приехал. Со Стасовой женой. Вдовой уже. Точно. Танюха его привела. Как она здесь появилась? Ее же, наверное, Агна вызвала. А откуда у этого Виталия мой номер телефона? Наверное, я ему дал. Ничего не помню. Ладно, все кончено. Агна сюда больше не вернется. Он мне ночью форменный допрос устроил. Кто я, да откуда? Какое его дело? Вообще, откуда он про нас с тобой знает? Про Стаса спрашивал, кто нас познакомил. Ну, прости. Наверное, я по пьяни все вчера ему рассказал. Да ты что, вообще ничего не помнишь? Так, урывками. Калейдоскоп огней, блин. Куда Татьяна делась, тоже не помнишь? Татьяна. Татьяна. Она сбежала незадолго до того, как ты появилась. Она обозлилась, что мы Агну в ментовку сдали. Не надо, наверное, этого делать было. Уехала бы Агна сегодня и все. Прекрати. Мы все правильно сделали. Ты куда? Домой. Как домой? Надо проверить, что там и как. А то меня Виталий сорвал, я даже не помню, закрыла я дверь или нет. Погоди, погоди, погоди. Ты помнишь, о чем мы с тобой говорили? Давай сегодня твои вещи перевезем, а? Ты твердо это решил? Я уже давно все для себя решил. Держи. Так, это тяжело, я сам. Так. Добрый день, тетя Наташа.
Здравствуй, Людочка. Как дела? Хорошо, тетя Наташа. Вы что, уезжаете? Да, Людочка. Но я буду приезжать. А Генка? Он же здесь будет жить? Тетя Наташа, не пускайте его сюда. Он же опять ко мне полезет. Он недавно приезжал сюда, когда вас не было. Что? Он же опять меня подкараулил. Успокойся. Больше ничего не будет. Он жить здесь не будет. Он в Мытищах живет теперь. Правда? Вы меня не обманываете? Правда. Ну, ступай домой, милая. До свидания, тетя Наташа. И ничего не бойся. Милая девчушка. Да. Милая. Порядок. Я тебе не говорила раньше. Эта Людочка полгода назад залетела. Бывает. Мать узнала, в ужас пришла. Но ей аборт сделали. Над бедной девчонкой вся окрестная шпана теперь издевается. А она чем виновата? Для нее это была вроде как игра. Как бы личный мексиканский сериал. Дурочка. Ну ладно, ладно. Вон твоему сыну двадцатник. Ты ему-то любез провела? Из-за него никто аборта не делал? И вообще, почему ты мне это рассказываешь? Она залетела именно от Генки. Да? Сколько ей? Почти 15. Я ей вроде как свекровь, несостоявшаяся. Ну и стараюсь ее приветить как-то. Посадили Генку? Нет. Я ее матери заплатила. Поэтому Гена и живет у моей мамы в Мытищах. Сюда только иногда приезжает. Вот. Теперь ты все знаешь. Плохо все это. Плохо будет, если твой Генка еще раз с катушек слетит. Наташ, я тебя сейчас завезу домой, а сам все-таки съезжу на работу. Надо там появиться. Хорошо. Ну? Ну, не расстраивайся. Все уже позади. Поставили на ход и привезли в Тушино показать их тяжелое состояние. Уже только через пару лет эти же самые машины опять появятся на автоизвестнике, но уже в блистательном виде, и мало кто оценит их тогда, не посмотреть на них теперь. В углу, например, стоял раздолбанный лендровер на эфире, на прекрасно. Ой, кто это? Почему к телефону не подходишь? Гена дома? Что? Гена дома, я спрашиваю. Ты что, мама, не слышишь меня? Да слышу, я слышу. Ну что ты орешь? Нет его.
Уже неделю как нет. Ты бы почаще им интересовалась. Мама, он тебе не звонил? Нет. Да закрыто, закрыто у него. Он меня к себе не пускает. Разве ты не знаешь? Совсем распустила парня. Мама, где он может быть? Давай чай пить. Я не буду. Что ты мне все чай свой суешь? Я тебя спрашиваю, где Гена? У кого он ночует? Он же всегда и тебе, и мне это говорил. Наташа, милая, избавь ты меня от него. Ты что, думаешь, легко на него стирать, убирать? А он еще не все жрет, вот как ты его набаловала. Все потому, что ты его жалела. Все время жалела. Жалела? Ну вот и забирай свое сокровище. Я его заберу, мама. Ты же знаешь, что там Людочка. Я не хочу ничего слышать ни о какой Людочке. Мама, он уехал в Москву? С ума сойти. Ты родного сына не пускаешь домой? Может, ты его еще выписать собираешься? Чтобы хахалей водить. Боже, мама, каких хахалей? Я тебя спрашиваю, где Гена? Он к нам не собирался. Я же ему запретила. Я тебе 100 раз говорила, что ему к нам нельзя. Господи, он же из-за этой девчонки в тюрьму может попасть. Да, срам. Срам. Потому что не сын у тебя, а бандит. Интересно получается, ты обо всех заботишься, а родного сына забросила. Ты что думаешь, отмазал его от армии и можно успокоиться? Нет. Именно сейчас за ним нужен глаз да глаз. Молодой, здоровый. Да в одном моем доме столько шпаны живет. Вдруг он во что-нибудь вяжется? Пусть живет у тебя. Ты хоть и дурная, но все-таки мать. Мама, где он? Да в какой-нибудь девке ночует. Где ему еще быть? Мама, если он появится или позвонит, ты мне сразу на мобильник перезвони, хорошо, мама? Угу. Как же, он позвонит. Не сын у тебя, а ублюдок. Такой же, как ты и я, мама. Бабушка, помолись за раба Божьего Геннадия, хорошо? Хорошо, милая, хорошо. Храни тебя Господь. Таня! Таня! Тань, здравствуй. Уходи. Танечка, мне нужно с тобой поговорить. Нам не о чем с тобой разговаривать. Уходи. Танечка, я тебя прошу. Я умоляю тебя, давай поговорим. Это очень важно. А у меня нет секретов от Ксюши. Она все знает о тебе и твоей милой женушке. Да? Ну? Что случилось? Ничего не случилось, нет. Просто хотел узнать, как дела со страховкой Стаса. Боже, какая трогательная забота. Я была в милиции, и мне там выдали справку, что Стас погиб вследствие неисправности своей машины. Была в страховой компании, и там мне сказали, что платить не будут. Цитирую. Смерть произошла в результате преступной халатности застрахованного. Все. Если хочешь, сходи туда и получи страховку за свою порезанную рожу. Вопросы еще есть? Тань, мне нужны деньги. $2000. Что? Сколько? Если я их не добуду, то мне конец. Откуда такой трагизм? Ты же всегда просил на что-то конкретное. Машину починить нужно. Дети ам-ам просят. Зимние сапоги жене купить. Что в этот раз? Танечка, я тебя прошу, я умоляю тебя, Таня, уж ты мне нужны деньги. Слава? Таня, уж спаси меня! Спаси меня, пожалуйста, Таня, уж спаси Перестань. Меня! Пожалуйста, ты что, с ума спаси
пошел. Принеси воды. Пожалуйста. Прости меня, пожалуйста. Прости. Просто если бы ты знала, что я пережил за эти дни, ты бы не сердилась на меня. Вода. Я не дам тебе 2000. Танюш, ну хотя бы 1000. Ни копейки. Ты что, хочешь, чтобы меня убили? Хватит сказок. Неужели ты надеешься, что я дам тебе денег? Послушайте, а зачем вам столько денег? И почему именно 2000 долларов? Это огромная сумма. Может, все-таки расскажете, в чем дело? Рассказывай. А что рассказывать? Что рассказывать? Ты же все равно не дашь, Тань. А ты все равно расскажи. Что-то с Ларисой, с детьми. Нет, с ними как раз все в порядке. Для них, может быть, было бы и лучше, если бы меня убили. Что ты мелешь? А что, Тань? Что, у них все проблемы из-за меня? Лара же у меня умница, ты понимаешь? Это же я ее довел до этого состояния. Я ей все нервы-то вымотал. Она прокормит детей, она поставит их на ноги. И в этом я даже не сомневаюсь, понимаешь? Она же у меня как муравей. Работает все время, придумывает что-то, трудится. А я-то чего? Я уже все. Мне уже, видимо, туда и дорога. Все равно этим все закончится. Тебя что, действительно могут убить? Да, Таня. Не верю. Рассказывай, не крути. Ну, в общем, я затеял один бизнес. Взял у своего одного знакомого деньги. Кредит под расписку и до процента. А меня кинули. И мне нужно сейчас отдавать ему эти деньги, а знакомый очень крутой. Те 400 баксов, которые я у тебя в прошлый раз просил, они ушли просто под проценты. Если я сегодня, понимаешь, Дань, сегодня не отдам ему 2 штуки, то все. Он обещал, что его быки мне порешат. Это они тебя порезали? Да, это было предупреждение. Значит так. Я дам тебе эти деньги. Тань, ты в своем уме, а? Ну, посмотри, он же не в себе. Ну, это какое-то вымогательство, Танечка, просто, честное слово. Погоди радоваться. Ты получишь эти деньги, но при одном условии. Если ты завтра же пойдешь со мной к следователю, который вел дело Стаса, и при мне расскажешь все, как было дело. Почему погиб Стас? Как он погиб? Ты понял? Да. Поклянись памятью о своем брате. Я клянусь. Складно поете, молодой человек. Я тебя даже не спросила, как там у тебя на работе? Все окей. Заключили новый контракт, очень выгодный. Так что не зря я мотался. Правда, голова еще немного бобо. Я тебе пиво купила. Хочешь? Хочу. Скажи, ты успокоилась по поводу своего сына и этой Людочки? Саш, мне с тобой поговорить надо. Ага. Ты можешь меня сейчас выслушать? Могу. Наташ, конечно, могу. А в чем дело? Мне деньги нужны. Да ради бога, и сколько? Много, Сашенька. А сколько тебе нужно? Боюсь даже сказать. 10000, Сашенька. Баксов? Ну да. Ага. У меня сейчас нет таких денег. Все деньги в дело вложены. 1000, 2 я бы тебе смог дать. Ну, я же не в подарок прошу, а в долг. Только без процентов. С процентами я знаю, где взять. Слушай, а зачем тебе столько? Хочу сыну квартиру купить. За 10000 ты купишь квартиру? За 20, Сашенька. 10 у меня уже есть. А за 20 можно подобрать хороший вариант в Мытищах. Я бы поселила Генку рядом со своей матерью.
Когда ты сможешь их вернуть? Через полгода. Не волнуйся. Мы оформим залоговые обязательства у нотариуса на твое имя. На мою квартиру. Моя-то побольше. 15 тысяч стоит. Ладно. Доставай пиво. Я сейчас выйду. Хорошо, милый. Таня, это Лариса. Сладко у тебя? Нет, недавно уехал. А тебе что нужно? Ты дала ему денег? А ты откуда знаешь? Сколько? 2000. О, боже. Бывают же такие дуры еще на свете. Ну зачем ты дала ему столько денег? Он просил. Ему нужно долг по кредиту отдать. Разве ты не знаешь? Да знаю я Славку. Не успела заметить, как он смылся. Черт, я так и знала, что у него хватит наглости к тебе поехать. Он же тебе все наврал. Как наврал? Он что, не брал кредит? Да кто ему даст кредит-то, Таня? Он все врет, его шантажируют. И он у тебя деньги просит, чтобы откупиться. Ты понимаешь или нет? Ты же все видела, Танечка. Ты же все видела. Его убьют, ты понимаешь, убьют. Значит так, хватит дергаться. Сейчас я к вам приеду. Все. Ты что, опять собираешься в их семейные дела влезать? Мало тебе? Считай, что я спятила. А ты не боишься остаться без квартиры? А? А чего не бояться? Я же верну тебе деньги. А если не секрет, где ты возьмешь такую сумму? Ну, стала бы я занимать, если бы не знала, как буду отдавать. На работе возьму, у шефа. Правда, он такие проценты дерет. А с чего ты вдруг решила с сыном разъезжаться? Да из-за Людочки. Ты же сам сегодня все видел. Не дай бог, он опять ее тронет. Боюсь я этого. Ладно. А что я могу сделать? Он же рос без отца. А куда подевался его отец? Ты мне об этом ничего не рассказывала? Мне 18 не было, когда я за Виктора замуж выскочила. Сразу Генку родила. А через 3 года он сел. Драка. Непредумышленное убийство. 7 лет. Я с ним сразу же развелась, и больше мы никогда не виделись. Если бы он не сел, парень вырос бы при отце. Хотя такой отец. Ты мне когда денег займешь? Через неделю, Наташ. Не раньше. Таня, что ты делаешь тут? Славку жду. Его все еще нет. А дети? А, к соседям отвела. Ты, значит, даже не думала, что ты ему поможешь. Я даже надеялась, что ты ему не дашь денег. Знаешь, а может, пускай его лучше убьют, а? Что ты несешь? Прекрати истерить. Послушай, я больше не могу. Это невыносимо. Это выше моих сил. Это постоянное вранье его. Я не могу больше. Подожди, он что, кому-то деньги повез? А? Он деньги кому-то повез? Он сказал, что сегодня к 11:30 к нам должен прийти человек за деньгами. К нам в квартиру, понимаешь? Понимаю. А пойдем, ты мне дома все расскажешь. Угу. Пойдем? Угу. Ты иди, а я сейчас приду, ладно? Алло? Господи, ну где же он? Сиди. Слава, ты где был? А ты что тут делаешь? Ты деньги не отдал ему еще? Кому? Хватит сказок про кредиторов. Давай, выкладывай всю правду. Славочка, милый, ну расскажи, пожалуйста. Ну вот пореви еще здесь давай, ну давай вот пореви. Господи, в собственном доме покоя нету. У тебя нет здесь дома, у тебя вообще здесь ничего нет. Хватит!
Слав, какой смысл от меня-то что-то скрывать? Да они ничего не скрывают, а что? Я ничего не скрываю. С кем ты сегодня встречаешься? Это связано как-то со смертью Стаса? Ну, отвечай. Это мой кредитор. Это он тебе порезал лицо из-за денег. А, деньги. Вот я так и знал, что ты на них свернешь, на эти деньги. А не отдам я их тебе, поняла? Не отдам! Ты дала мне их без расписки. Таня, я тебя умоляю. Я прошу тебя, Тань, катись отсюда. Уйди, пожалуйста, сейчас, пожалуйста. Господи, да бог с ним, с деньгами. Я останусь здесь и его увижу. Слава, я тебя очень прошу, скажи мне, что именно произошло со Стасом. Ну, если ты боишься милиции, то мне хотя бы расскажи. Да не боюсь я милиции, с чего ты взяла, милиция? Господи, ну что ж ты за дурак ты такой? Ты единственный свидетель, понимаешь, единственный. А если ты единственный свидетель, то тебя в живых не оставят ни при каких обстоятельствах. Ты не понимаешь, что ли, этого? Славочка. Катись отсюда. Что? Что слышала? Уйди отсюда! Таня, прошу тебя, уйди отсюда! Уйди! Я отсюда никуда не уйду, понял? А это не он. Это кто-то другой. Привет. Нос. Господа хорошие, и что у вас тут снова произошло? Так, по поводу кредитора, денег, это я все понял. Теперь о Стасе. А разве дело не закрыли? Закрыли. Только образовались некоторые дополнительные факты. И вот ими я сейчас очень плотно занимаюсь. Какие факты? Очень интересные. А разве это был не несчастный случай? Несчастный случай, да. Машина сгорела. Угу. У нас появился свидетель, который утверждает, что было совершено убийство. И этот свидетель уже подписал показания. Понимаешь, Слава, вот сейчас ты имеешь право не отвечать на мои вопросы. Только ты все прикинь, да? У тебя есть последняя возможность завтра прийти к нам и дать показания. Потому что потом дело повернется совсем по-другому. Уже не ты будешь давать показания. Уже кто-то другой будет давать показания против тебя. И это будет очень неприятно. Это я тебе как опер обещаю, понял меня? О, 11:30. Где дружок-то? Так, иди сюда, иди сюда. Вы тихо сидите здесь. Иди сюда, иди сюда, иди сюда, иди сюда, иди сюда. Значит, ты в квартире один. Один в квартире. Ты его встречаешь, открываешь дверь и ведешь его на кухню. И там с ним разговариваешь. Ты меня понял? Да. Понял? Все нормально. Давай, давай. Дверь закрой. Привет. Ты один? Да. Проходи на кухню, Денис. Вот здесь 2000, Денис. Ну, нет у меня больше. Но, честное слово, ну не достал я больше денег. 4000, Слава. Я думал, ты умней. Ну, Денис, ну… Это еще что там? Там… Там никого нет. Стоять, урод, на месте, падла! Стоять, я сказал! Не дергайся, барану! Пошел! Слушай, друг, а ты кто? Друг семьи, блин! Уголовный розыск! Ноги! Ноги шире! Шире, я сказал! Ради бога, это мой друг, у нас заткнись, бизнес! Я сказал! Ну, ошиблись, вы ошиблись! Ну, это мой друг! Документы где? Не взял с собой, представляете? Да ты что? Попал ты, парень! Хорошо, все из карманов на стол, быстро! Ради бога, это мой друг! Рот закрой! У нас бизнес! Рот закрой, ошиблись. Я сказал!
Фамилия, имя, отчество, год рождения, адрес. Семенов Денис Петрович, Новоколхозная, 28, квартира 6, 80-го года. Серег, привет. Это Тимошин. Слушай, пробей-ка мне по базе одного человечка. Семенов Денис Петрович, 80-го года, Новоколхозная, 28, 6. Ага. Да не, я подожду. Угу. Да, да, я понял. Свободен. Ну, все в порядке. Подтвердили? Но вы же видите, это мой деловой партнер и больше ничего, что вы... Денис, я не виноват, видишь, я не виноват. Я не виноват, правда, возьми. Возьми, возьми, я не виноват, видишь? А вы что тут, бандитов ждете? Да мы просто партнеры по бизнесу, он мне деньги не приготовил. Вот, собственно, и все. О чем еще говорить? Ну что ты приперлась сюда, дура? Ну что ты приперлась сюда? Ну видишь, мне нужно семью кормить, мне нужно деньги зарабатывать хоть немного! Тогда верни мне деньги! Верни мне деньги! Что? Кто орал, что иначе его убьют? Не ты орал? Тогда давай мне мои деньги! Не отдам я тебе деньги! Тогда отдай ему деньги! Он же твой кредитор, почему он не берет твои деньги? Я кредитор? Я похож на идиота? Да кто даст ему денег? Денис, возьми, пожалуйста. Девушка, вы возьмите все, что он вам должен. Мне от него ничего не нужно. Я умоляю тебя, Денис, возьми. Денис. Я могу идти? Можешь. Всеобщий привет. Забираю своего родича деньги и спускайся вниз. Я жду тебя в машине. Он не отдал деньги. Хочешь, я вернусь и поговорю с ним по душам? Нет. Я дала ему деньги при условии, что он пойдет к следователю завтра и все ему расскажет. А он пойдет? Не знаю. Теперь не знаю. Ладно, разберемся мы с твоим деверем. И почему ты не арестовал этого Дениса? За что? Он был абсолютно чист. Вот я выглядел полным идиотом. Нет, ну ты же посадил Агну, почему же ты Дениса не мог арестовать? Чтобы он сразу написал жалобу и мне намылили шею. Ты вообще-то поняла, что произошло? По телефону ты мне говоришь, что к твоему деверю придет убийца. А является этот хмырь, без ножа, без ствола. И Слава этот сдал назад, уперся рогом, как баран. Да Славка вообще боится, что если он заговорит, то ему хуже будет. Этот Денис явно запугал его. А мне для того, чтобы начать правильно работать, нужно либо заявление, либо улики. Слушай, я не хочу, чтобы ты дальше вытасовалась. Денис тебя просчитал. Уж это я сама поняла. Замки поменяла? Нет. Я же просил тебя поменять. Дождешься снова гостей? Да, я. Что? Взяли. Понял. Понял, да, на рынке, ясно. Все, я еду. Сейчас еду. Извини. Работа. Работа. Я позвоню. Японский бог.
Ну, прочитал показания Аросева? Да. Значит так, мил человек. Домработница из дома Юрия Гурзо только что тебя опознала. Это раз. Твой дружок Аросев, который у нас уже парится, сдал тебя со всеми потрохами. Это два. Усекаешь? Да, но они просто попросили меня вещи перевезти. Я и перевез. Я никого не убивал. Мы с Илюхой отвезли вещи в гараж. Потом вернулись, а она вся в кровище. Я уехал сразу, а Илюха остался. Ну, а он случайно не мог убить? Илюха? Да он все время со мной был, когда мы вещи перевозили. Может, у него свой пистолет был? У Илюхи? Да вы что? Он вообще такой лузер. Ну, неудачник типа. Какой там пистолет? А чё ты в Измайлово-то на рынок вернулся? Ну, деньги кончились. Работа нужна была. А нельзя ли мне, ну, мой арест оформить? Ну, как явкус повинный. Я ведь сам в Измайлово вернулся, ну. Вот дает пацан, да? Эх, ты толстый, эх, ты толстый комик! Насмешил, да, насмешил. Шмотки перевозил, да, укрывал. Я вкус повинный, ух ты моя лапа, я не могу. Как укрывал, какая кража? Женщина просто просила вещи забрать. Ну, она ж не воровала, она же, тем более брат уже умер. Ну, тихо. Ты меня на жалость не разводи. Давай подписывай свои показания и с Богом, на нары! Так, давай, вот здесь подписывай. Давай, в камеру его. Все, вставай, пошли. Пошли. Давай, сюда. Лёха, забирай клиента. Вот, давай. Считаю, это дело с пацанами и кражей распутали. Теперь самое главное. Убийство обоих Гурзо. А то, знаешь, начальство давненько мне веревку намыливает. Чуешь, к чему клоню? Да я чую. Вторая же для меня. Или я ошибаюсь? Ну что, незваный гость, лучше татарина? Я со своим кормом. Пустишь? Да. Завтра позвоню одному другану. Он тебе сам замки купит и поставит. Недорого. По дружбе. Ладно? Все. Заморил червячка. Теперь можно и на боковую. Ты что, у меня ночевать остаться хочешь? А ты что, против? Я же говорил, что приставать не буду. Говорил? Да. Ну, я вот здесь. Опа! На диванчике пристроюсь. Не надо тебе одной оставаться. Так что считай, что это приказ. Кстати, дверь мы сегодня на защелку не закрываем. Я что, буду выступать в роли живца? Типа того. Смешно. Не волнуйся. Все будет ок. Слово честного мента.
Не треснешь с утра? Не, не дождешься. Голодный мент, злой мент. Ты присоединяйся. Нет, спасибо, я кофе буду. Я открою. Стой здесь. Это кто? Догадайся трех раз. Алле, ап! На свободу с чистой совестью! Пошел ты, знаешь куда. Все-таки живешь с ним. Так. Так, курочка. Этот кусочек я уже надкусил. Возьмите крылышко. И вообще советую помыть руки. В камере половина народа сидит с туберкулезом, а вторая с гепатитом. Понятно? Что я? Что ты? А это... Понял? Ты меня сдал. А ты куда смотрела? Так, сейчас. Да. Да. О. А водка-то откуда? Это я вчера принес. Ч-ч-ч-ч-ч. Давай. Так, все, девочки, мне на работу пора собираться. Хорошо. Пойду побреюсь. А вы тут без меня поболтайте. Ну, и что ж мы врали? Не, ну без мужика, конечно, погано. Но и этот. Он не помогает. А, помощничек. Мент поганый! Хороший у тебя хахаля. Что теперь делать будешь? К Сашке поеду. Как к Сашке? У него же-то Наталья живет. А так? Вот тебе там они обрадуются. А мне плевать. Знаешь, у меня там вещички остались, золотишко, то все. Хорошо, что на меня ничего не было, когда меня в ментовку забрали. Все бы сняли. То есть ты не собираешься у него жить? Да нет, ты че, я на дур похожа. Слушай, Сашка правда подумал, что я его это убить хотела. Он на меня злится. Ну, а ты как думаешь? Я никогда от него не уйду. Теперь все будет по-другому. Я все придумала. Пошла-ка я помоюсь. После нашей милиции. Доблестной. А. Что-то случилось? Да нет. Слушай, а ты на работу? Да. Подвезешь меня до парка? А то как-то не хочется тут оставаться. Да нет проблем, собирайся. Что делать? Что же мне делать? Я ничего уже не понимаю. Господи, как же мне выбраться из этого кошмара? Как жить дальше? Не знаю. Не знаю, не знаю. Что случилось? Говорят, что тебя убили. Как меня убили? Убили тебя, говорят? Как убили? Да это же она. А говорят, убили. Пожалуйста, пустите меня там. Я живу в этой квартире. Нет, нет, нет. Сейчас пока никому туда нельзя. Я живу в этой квартире. Да что никому случилось? Сейчас сюда нельзя. Женщина, отойдите. Тихо, тихо. Ксюшенька, Ксюша. Я думала, что тебя убили, дорогая моя. Я пошла в магазин. Лифт был занят. Но я пошла сверху пешком, увидела, что ее дверь открыта. Ну и решила заглянуть. Вдруг вижу, а там она лежит. Вернее, Агна. На полу лежит, вокруг кровь. Я подумала, что ее убили. Побежала к соседям. Вызвала милицию. Я сама побоялась входить туда. На Агне был ее халат, и в прихожей не горел свет. А я без очков плохо вижу. Я так испугалась. Это вообще все такой кошмар, какой-то ужас. Но я так рада, что она жива.
очень рада. Простите. А как? Как ее убили? Ножом. Один удар прямо в сердце. Смерть наступила мгновенно. Господи, боже мой. Можно? Когда вы ушли из дома? 1,5 часа назад. Но я была не одна, я была... У меня ночевал мой друг Виталий. Вот. И мы с ним вместе ушли. Он может все вам подтвердить. Он, кстати, ваш коллега, оперативник. А Агна пришла ко мне сегодня утром и осталась. А мы ушли. Ваша подруга кого-то ждала, кроме вас? Нет, никого не ждала, и вообще никто не знал, что она здесь. Подождите. Так она вообще не могла открыть дверь сама. Почему? Потому что, когда я уходила, я закрыла дверь на 3 замка. Я так всегда делаю, когда ухожу. А открыть дверь изнутри без ключа невозможно. А у Агны не было ключей? Нет. То есть вы хотите сказать, что кто-то отпер дверь снаружи? Да. Что у кого-то еще, кроме вас, были ключи от вашей квартиры? Нет, ни у кого нет, только у меня. Так. Да, я понял все. Я понял. Ага. Ты его фамилию запомнила? Давай, я пишу. Моисеенко. Владимир? Владимир. Николаевич. Да, я понял. Я все понял, говорю. Ты одна? Хорошо. Я приеду, как только смогу. А ты давай держись там. Давай. Ну? Ну и что? У тебя на этот раз случилось? Даже не знаю, как начать. Тут, Виктор Сергеевич, опять такая заваруха приключилась. Эх, Тимошин, Тимошин. Конспиратор ты хренов. Чего же раньше мне об этом не сказал? Виктор Сергеевич, так у меня же доказательств-то никаких не было. И сейчас нет. Это же все версии. Так, значит, ты считаешь, что убийство этих четверых – дело рук одного человека. Этого Дениса. Угу. Так у тебя склеивается. Угу. Ты понимаешь, Агнесу грохнули не на нашем участке. Хотя я этого Моисеенко знаю, опера, свои люди. Я, конечно, с ним поговорю, разберемся. А ты пробивай Дениса. Да. Кали Славу. Славу кали, понимаешь? Понимаешь? Кали Славу. Кстати, ты всех соседей об этих Гурзо опросил? Нет, нет. Не во всех квартирах были люди, но это выходные, скорее всего, на даче были. Обойди всех. Понимаешь, найди кого-нибудь. Обязательно кто-то должен быть. Должна же быть какая-то зацепка. Понимаешь, одной этой бабочки, твою мать, к сожалению, мало. Это точно. Так, ну ладно, давай еще раз. Все прокачаем по порядку. Ой, какая собачка у вас, а? Не надо, не надо. Федор Аристархович. Здравствуйте. Здравствуйте. Лейтенант Тимошин, уголовный розыск. Могу я с вами поговорить? Да. Конечно. Вы поняли мой вопрос? Что именно вы делали в тот вечер? Вспомните, вы видели кого-нибудь или нет? Я как раз тогда собирался на дачу. Было поздно. Во дворе было тихо, спокойно, никого. Хотя нет, вру. Вспомнил. Я шел к машине, а мимо меня прошел молодой человек. Да-да-да, точно. Тихо-тихо, Кузя. В такой куртке с капюшоном. И зашел он именно в подъезд Юры. Вы его хорошо рассмотрели? Лицо запомнили? Описать можете, да? Темно было, поздно уже. Обыкновенный молодой мужчина. Федор Аристархович, поедемте со мной. С вашей помощью мы можем составить его фоторобот. По всей видимости, вы видели убийцу Гурзо. Это серийный убийца, это очень серьезно.
Молодой человек, не надо меня убеждать в серьезности этого вопроса. Перед вами сидит адвокат. О, как я вам с удовольствием помогу. Пойдемте. Пойдемте. Чем могу? С удовольствием. Здесь машина вот. Пойдем, Кузя. Пойдем. Собака у вас зверь. Только нос у него прямее, что ли? Да-да-да, и немного короче. Да, вот так. И подбородок более квадратный. Стоп. Ему бы еще кепку и капюшон, и тогда точно он. Твою мать. Не может быть. Денис. Слушай, это же Денис, который при мне доил бабки из старшего Бурханова. Из Славы. Это точно? 200%. Быстро! Уйдите! С дороги! С дороги! Нет его. Хреново. Так, ты и ты остаетесь здесь. Ясно. Должен вернуться домой. Будьте осторожны, у него точно ствол. Связь со мной по мобильному. Знаешь? Это же Денис. Это же тот самый кредитор, который приходил к Славке за деньгами. Да. Судя по всему, это не просто кредитор. Скорее всего, это убийца. Ночью к тебе являлся он. Ягну, скорее всего, тоже он убил. Теперь ты его арестуешь, и все кончится. О, я надеюсь. Я очень надеюсь. Ксения, посмотрите, вы этого типа сегодня утром, когда все с Агной произошло, не видели? Я? Вы знаете, точно нет. Я вообще сегодня никого не видела. Я забыла взять очки. Ай-яй-яй. И что мне теперь делать? А что тебе делать? Тебе ничего делать не надо. Это теперь наша забота. Во! Выпить у тебя найдется? Немного. Тебе ж домой ехать. Ты решила, что я сегодня поеду домой? Нет. Ты же у меня теперь действительно самая важная свидетельница. Так что придется тебе меня потерпеть еще одну ночь. Замечательно. Значит, вы теперь еще по совместительству и Танин телохранитель? Товарищ Тимошин. На общественных началах. Так что, как насчет 100 грамм для персонального телохранителя? А? Семенов Денис Петрович? Да. Не слышу. Да. Звони. А? Виктор Сергеевич, доброе утро. Кочетков это, а? Повязали гниду. Господи, какая-то сволочь с позаранку звонит.
Спи. Алло? Да, мама? Что? Когда он приедет? А ты сразу не могла мне перезвонить? Что? Что? Мама? Мам! В конце мама! Концов. Я тебя не слышу! Я могу побыть в тишине! На дом. Принимайте товар. Стоять. Это кто? Как это кто? Ты че, Виталя? Семенов Денис Петрович. Убийца собственной персоной. Это что? Не он? Нет. Мать твою, в три грабина. Это, извините, а мне за что, а? Вот. Посмотри. Быстро с него просто снимите! Стоят еще здесь! Ну, ну, успокойся, брат, успокойся. Знаешь этого человека? Знаешь этого человека? Да, вроде. Не волнуйся, стой. Ну, успокойся. Посмотри, ты знаешь этого человека? Ты знаешь этого человека? Ну, успокойся, ну. Ну, это же Генка Пашков. Он в Мытищах живет. У своей что? Бабки. А он мой одноклассник. Пашков? Мать у него Наталья зовут. Такая модная, симпатичная блондинка, да? Да, Наталья Андреевна. Это та Наталья? Ну, а я что говорю? Да, я же говорю тебе, говори! Держи! Иди сюда, садись. Прости, брат. Всякие вещи бывают. Значит так, ты мне сейчас ответишь на несколько очень важных вопросов. Мама! Гена! Зачем сюда вошла? Стас, Юра, его сестра. Это все ты? Мама, успокойся. Это ты их убил? Мама, я никого не убивал. Верь мне, успокойся, ты же все знаешь. И Агну убили. Вчера утром. Мама, я никого не убивал. Агну? Подружку Саши? А пистолет? Зачем тебе пистолет? Мама, так надо. Ее у Тани убили, у жены Стаса.
Забудь об этом, мама. Где ты был все это время? Мама, я у друга жил. Да все в порядке, верь мне. Мамочка, все будет хорошо, слышишь? Слышу. А Таня? Таня, жена Стаса, что ты от нее хочешь? Это не твое дело. Езжай к своему Саше. Не смей ее трогать, ты понял меня? Не подходи к ней, не трогай ее. Это касается только меня, это мое дело. Мое и ничье больше. Не смей, Гена. 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 Привет, Слав. Здрасте. Жена, дети дома? Нету. Отлично. Это капитан Макаров. Нам с тобой нужно серьезно поговорить. Говорить будем сейчас, немедленно. Значит, вы, Бурханов, ничего не хотите нам больше рассказать? Как погиб ваш брат? Станислав, что расспрашивал человек, который выдавал себя за Дениса Семенова? Ну, что скажешь? Пойми, он тебя замочит, понимаешь? Ты следующий на очереди, а на него уже 4 трупа! Да-да-да-да-да, Слава, колись до донышка, иначе тебе законопатят в пресс-хату, тебя там так оттрахают, до конца жизни будешь в памперсы ходить! Давай. Слава, давай рассказывай. А то я за себя не ручаюсь. Я же псих. Понимаешь? Псих. Ну? Слава? Ну? Я слушаю. В общем, в тот вечер мы вместе со Стасом возвращались. В последнюю осень! Слав, послушай. Да-да-да-да-да. Ты пушку сможешь достать? Ты что, с ума сошел? Зачем тебе пушка? Ну, надо, надо. У тебя что, в бизнесе проблемы, что ли? В бизнесе нет, но проблемы есть. А что такое? Ну, потом скажу. Что случилось-то? Брат, потом. Подожди, подожди. Твою мать! Что случилось? Так давай сейчас быстрее останавливаюсь, ты в лес! Так, что происходит, а? Ты не можешь объяснить? В чем дело, Стас? Так быстро, быстро давай! Быстро! Да потом объясним! Давай, пошел! Да ты что, Стас? Я за тебя беги отсюда! Ты что, совсем, что ли?
хочешь, я сделаю с тобой то же самое. И никто не поймет, что произошло. Я ничего не скажу. Я знаю. Твой брат плохой человек. Он неразумно поступил с моей матерью. Ты тоже такой же. Если хочешь остаться в живых, гони 4 штуки. Счетчик включен. И не вздумай сказать ментам. Я все про тебя знаю. И ты, и твои дети, и твоя жена. Я всех сожгу заживо, как и твоего брата. Понял? Я понял. Куда ж ты денешься? Я позвоню тебе. До встречи. Я понимаю, я струсил, да. Но я боялся за жену и детей, поэтому молчал. Геннадий уехал. Я пошел к машине. Она горела. Стас тоже горел. Потом я вышел на шоссе, там остановил машину. У водителя был мобильник, я по нему вызвал милицию и пожарных. Ну вот, остальное вы все знаете. А где сейчас твоя жена и дети? Я отвез их к ее родителям. А где сейчас может быть Геннадий, ты знаешь? Обычно он мне звонит от своей бабки из Мытищ, кажется. Адрес, телефон бабки знаешь? Сантехник, вы затопили соседей снизу. Тихо! Стоять! Давай туда. Пашкова, Наталья Андреевна? Да. Где ваш сын Геннадий? Не знаю. Сергеич! Что там? Иди-ка сюда. Здесь много интересного. Кто это? Я ваш друг, Таня, хоть вы меня и не знаете. Вы сейчас одна? Нет. Слушайте меня внимательно. Отвечайте только да и нет. Речь идет о вашем покойном муже. Я знаю, как и почему он погиб. Я все могу вам рассказать, но только вам. Вы слышите меня? Да. Через 15 минут я буду ждать вас в вашем парке у летней эстрады. Откуда вы знаете, я что... Я же сказал, говорите только да и нет. Ровно через полчаса, иначе вы никогда ничего не узнаете. Вы меня поняли? Да. Я буду вас ждать. Я вас узнаю. Все, до встречи. Кто это, Тань? Ну, это один знакомый Стаса. Хочет долг мне вернуть. $300. А где мой кошелек? Вот. Угу. А ты куда? Мы с ним встречаемся... В парке у летней эстрады. Через 15 минут. Да.
Тань, Тань, Таня! Какой подъезд? Этот! А вы к кому? Ксения! Да. Таня дома? Нет. А где она? Она ушла, ей позвонил ее приятель. Да. Где именно они встречаются? Они договорились встретиться в парке у летней страны. Она любит там гулять. Алло? Ксюша? Алло? Ксюша? Я тебя не слышу. Говори громче. Алло? Здравствуй, Таня. Ты меня узнала? Денис? Что здесь делаешь? Ну, я не совсем Денис. Но это не важно. Не бойся, я не сделаю тебе ничего плохого. А в чем, собственно, дело? Что тебе от меня надо? Не бойся. И не надо кричать. Я не боюсь. Летняя эстрада. Там вон в конце парка. Мы уедем с тобой далеко-далеко. Там тебя никто не тронет. Нам там будет очень хорошо. Верь мне. Ты когда-нибудь видела, как теплой летней ночью на даче, на веранде порхают ночные бабочки? Они порхают у огня и не знают, что еще чуть-чуть, еще какое-то мгновение, и они опалят свои крылья и погибнут. Поищи ком. Да.
про Юру и его сестру я поняла. И про Агну. Ага. А что произошло со Стасом? Да. Значит так, 3 месяца назад Стас на своей машине ночью сбил Наталью. Ничего серьезного, синяки. Он ее отвез домой. А там Гена. Стас отдал ему $300, все, что было с собой. А Гена решил, маловато будет. И стал выставлять его на бабки. Ну, Наталья пыталась это все как-то замять, что ли, да? Та самая Наталья, с которой Стаса видели. Ну да, да, да. Потом Стас назначил Гене встречу. А приехал с Юрой Гурзо. Гена стал качать права, а ему просто морду набили и велели исчезнуть. Вот. Наталья все видела, сидела в машине сына. Гена обозлился и решил всех мочить. Начал со Стаса. Извини. Но башню-то у него еще до этого снесло. Конкретный псих. О, твоя фотография. У него в комнате висела. Запала на тебя в усмерть. Красоту нашу ненаглядную. Ну ладно, теперь все. Можешь спать спокойно. Да. Поеду я. А то поздно уже. Не выспался. Денек-то тот еще был, да? Виталь. Что? Мы с тобой еще встретимся?